хорошие, если мы вдруг не знакомы, меня зовут Ксения. Я тут подумала, решила, что хочу выпускать для вас видео как можно чаще, поэтому решила начать новую рубрику. Буду снимать ролики, в которых рассказывать об основных новостях из мира моды и красоты. Надеюсь, вам будет интересно. И хочу начать сегодня с церемонии вручения премии «Оскар», которая, кстати, состоится уже завтра, которую каждый год в последнее воскресенье февраля с таким нетерпением ждет весь мир и которой так тщательно и серьезно готовятся знаменитости. Самый влиятельный подиум в мире, так называют «Оскаровскую дорожку» модные издания. Из чего же складывается легендарный образ «Celebrities»? Макияж и прическу продумывают не менее тщательно, чем платье и украшения. Обязательно делают тест накануне со всей командой визажистов и стилистов, и при этом используются очень стойкие средства для макияжа, которые продержатся до 8 часов. Такой макияж вблизи производит впечатление маски или театрального грима, но зритель об этом никогда не догадается. Что же по поводу платья? За звезд высшего эшелона разворачиваются настоящие битвы, так как для модных брендов это отличная возможность показать себя такой огромной аудитории. Поэтому марки готовы очень щедро платить за рекламу. Если у актрисы контракт с каким-то брендом, то, как правило, она выходит в платье этого бренда. Если же она нарушает договоренности, то получается скандал. Как было в 2013 году с Энн Хэтэуэй, которая должна была выйти в платье Валентина, но почему-то вышла в платье Прада, и ей потом пришлось публично приносить извинения итальянскому дому моды. Выбор платья для красной ковровой дорожки отличается от других мероприятий, так как звезд фотографируют со всех сторон, и важно скрыть все проблемные зоны. И это действительно очень сложно, потому что необходимо подогнать платье под фигуру таким образом, чтобы и не испортить видение художника, но при этом, чтобы знаменитости предстали в наивыгоднейшем свете. Возвращаясь к новостям из мира моды, H&M выпустил новую коллекцию к крупнейшему фестивалю Coachella. Мне очень нравятся эти коллекции, которые выходят ежегодно. И в центре внимания H&M Loves Coachella, как всегда, вещи, предназначенные для похода на фестиваль или призванные передать местную хиппи-атмосферу, чтобы ее могли разделить те, кому не посчастливилось оказаться в калифорнийской пустыне. В этом году коллекция представлена поп-группой The Atomics, и из фаворитов коллекции черное кружевное платье-лапша на бретельках с розовыми очками в форме сердца и чокером с шипами, струящиеся платья и футболки со спущенными плечами, черный комбинезон с открытой спиной и скрещенными бретелями, джинсовая куртка, расшитая цветами, и крупные золотистые серьги в виде звезд. Все, чтобы почувствовать дух фестиваля, где бы вы ни находились. Модный дом Шанель готовит к выпуску новый аромат впервые за 15 лет. Бренд, известный своими легендарными парфюмерными композициями, уже очень давно не радовал своих поклонников абсолютно новыми ароматами, а лишь вариациями на тему уже имеющихся. Аромат будет носить имя Габриэль и ожидается в продаже в июне этого года в бутиках Шанель и на сайте модного дома. Туалетную воду описывают как абстрактно-цветочную, и представители дома Шанель рассчитывают, что аромат войдет в топ-10 самых популярных парфюмерных композиций. 23 февраля в российский прокат вышла картина «Джеки» – байопик о Жаклин Кеннеди. Критики утверждают, что фильм обязателен для просмотра всем поклонницам стиля легендарной первой леди и вообще всем, кто интересуется модой. Лента номинирована на «Оскар» в трех категориях, в том числе в категории «Лучший дизайн костюма». Художник по костюмам фильма Мадлен Фонтен потратила несколько недель на исследование архивов, копирование образов и проведение цветопроб. Так костюмеру пришлось сделать несколько цветов знаменитого розового костюма Джеки, чтобы на экране появился тот самый нужный оттенок. И до сих пор наверняка неизвестно, был ли этот костюм произведен Шанель или это лишь удачная копия другого бренда. В итоге Шанель предоставили для фильма пуговицы, окантовку и даже этикетку бренда на случай, если в кадре будет видна изнаночная сторона. Я, признаюсь, фильм еще не видела, но собираюсь сделать это в ближайшее время и обязательно поделюсь с вами своими впечатлениями, а вы поделитесь своими.
И последняя новость на сегодня. Думаю, многие пользователи Instagram уже заметили нововведение. В соцсети появилась возможность загружать альбомы. Сразу несколько фотографий в одном посте. Для этого при загрузке достаточно нажать «Выбрать несколько», и вы можете выбрать до 10 фотографий или видеозаписи. Подписчики же смогут их просматривать как слайд-шоу. Ну, как всегда, со всеми нововведениями пользователи разделились на два лагеря, за и против. Но я лично еще пока не пользуюсь этой функцией, но у себя в ленте, у друзей уже видела. Я думаю, что как это было со сторис, все в итоге привыкнут и будут ими пользоваться. Зато у фэшн-блогеров появилась возможность делиться сразу несколькими фотографиями модных луков. Ну, разве это неудобно? Ну что ж, у меня на сегодня все. Напишите, пожалуйста, в комментариях, как вам такой формат видео. Было ли интересно, полезно? Для меня это правда очень важно. Буду очень признательна, если вы дадите свою обратную связь. Если вам понравился этот ролик, то ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, если еще не подписаны. Ну и, как всегда, всех целую.